Что скажете про суперфорсе? Тут тоже два в одном. Тадалафил плюс силденафил. Значит, дорогие друзья, я вам говорила, у меня писали комментарии, что будет, если принять одновременно силденафил с тадалафилом. Что хотела я вам сказать? Я вам ответила в том видео, что так делать нельзя, потому что это большая нагрузка на организм. И если вам помогает что-то одно, зачем это делать? Препарат, который в составе имеет одновременно силденафил плюс тадалафил, такие есть, они редкость. Я лично в наших аптеках не встречала, даже никто не спрашивал про них. Но что хочу вам сказать. Если это в одной таблетке, два вещества, силденафил плюс тадалафил, там сложная химическая формула, другой механизм действия. Одно вещество открывается, я вам примерным языком, чтобы вы поняли, одно вещество открывается, расщепляется раньше, другое в более продолжительное время, и это можно назвать даже атомной бомбой в организме. Это будет у вас мощнейшая реакция. Это будет для тех препаратов, кому не помогают обычный силденафил или тадалафил. Если вы найдете такой препарат, где будет два компонента в одной таблетке, и если вам еще его разрешит и врач, потому что тут действие на ваш организм может быть непростое, чтобы и побочки не сказались, чтобы какие-то нарушения не произошли, проверить с давлением, как и что. Это препарат сложный. Как говорят, поднимет даже мертвого, но как отразится он на вашем здоровье, на вашем организме, чтобы прием этой чудо-бешеной таблетки не сказался на вашем здоровье конкретно и не навредил так, что это будет последний день любви. Поэтому насчет такого состава, такой препарат существует, они есть. В разных странах они могут называться по-разному. В нашей аптеке конкретно говорю, что его нету, но препарат очень сильный, очень непростой. И его назначают в тех случаях, когда не помогают обычные препараты. Но посмотреть возраст человека. И только после консультации с врачом, чтобы не сделать себе, ой, какую беду.